чисто там, нигде убирают, а чисто там, где не стоит. Как бы это банально ни звучало, но так оно и есть. Айрат Хайруллин призвал принять участие в уборке всех жителей города и района. Отдельно он подчеркнул важность работы с управляющими компаниями, ведь именно они наводят чистоту на внутридомовых территориях. Из событий прошедшей недели было отмечено совещание, посвященное работе системы «Народный контроль» в Альметьевске. Согласно статистике, альметьевские народные контролеры являются одними из самых активных республики. Айрат Хайруллин поблагодарил жителей города, активно улучшающих облик Нефтеграда благодаря этой системе. Поэтому «Народный контроль» он для этого и существует, чтобы народ, там, где мы не работаем, нас контролировал и показывал на наши недостатки. По-прежнему острой проблемой в Альметьевске остается оплата жилищно-коммунальных услуг. Больше всего вопросов у жителей города вызывает графа «Общедомовые нужды». Добропорядочный гражданин подал показания счетчика по холодной, горячей воде, и ему еще начали от ОДН. И эти ОДН суммы и 600, и 700, и 1000 рублей. Я был свидетелем, когда и 8 тысяч рублей за горячую воду выставлен счет. Но просто, значит, масштаб проблемы очень серьезный. Имеются факты как завышения показателей, так и занижения их самими жильцами, которые сбивают показания своих счетчиков. На прошедшей неделе исполняющий обязанности руководителя исполкома посетил единый расчетный центр и лично ознакомился с тем, как налажена работа центра с управляющими компаниями. Новые квитанции альметьевцам должны прийти уже без завышений. Такая задача поставлена перед коммунальными службами. Очень много вот ответственных должностных лиц, вот, и ни одного ответственного. Все мы за это дело отвечаем, а результата никакого нет. Вот сейчас... Этот вопрос также будет рассмотрен на очередном координационном совете ЖКХ в течение этой недели.